самая большая проблема, которая была почти нерешаемой, это были пороха. И, собственно, все эти позиционные сражения, там Ржев, к северу от Сталинграда, Котлубань, это во многом как раз проблема с порохами, то, что не было боеприпасов. Но была сделана ставка на танки. Потому что регулярно задают вопросы. А вот в Советском Союзе производили много танков. Это был перпендикулярный ответ на артиллерийскую мощь Германии. Потому что Германия обладала реально большой артиллерийской мощью, большим артиллерийским ударом. У них там орудия, которые у нас считались большой мощностью, они у них были, что называется, в порядке вещей. Немецкая артиллерия, она с первого до последнего дня войны была одним из главных участников. Мы этому дали ответку перпендикулярный. То есть ответили на это наращиванием производства бронетехники –